Рязань – это древний русский город. В 2020 году она отмечает свой 925-летний день рождения. А еще в этом году она выбрана как новогодняя столица России. Вот посмотрим, что же у нас тут за новогоднее настроение в Рязани. Почтовая – это улица баров в Рязани. Здесь очень много различных баров, кафешек. И, наверное, каждый найдет здесь себе место по душе. А, здесь вот представлены несколько заведений. Чилист бар. Здесь лофт бар 501. Как они уверяют, что лучшая пицца в городе. Но это вранье. Какой-то бар Альтер. И Чулан бар, кстати, очень интересное атмосферное место. Там есть гостиница. В баре вы можете увидеть старинную кирпичную кладку, установленную, задекорированную, но вот прям реально старинную. И прям это очень круто, очень атмосферно. И гостиница тоже такая же. Приведитесь к этому месту, и если его недостаток, это высокая цена. Приезжая в Рязань, учтите важную вещь. Не берите с собой коня, потому что выгул лошадей на улице Почтовой запрещен. Что Рязань – новогодняя столица этого года, на Почтовой улице установили такой монумент, на котором отсчитываются дни, часы, секунды до Нового года. Вот сейчас мы видим, 44 дня осталось. А мы еще не купили подарки. Это только начало. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Мы вам расскажем, что интересного будет в Рязани в этом году на Новый год. Ставьте лайк на это видео, смотрите наше видео дальше. Как ставить колокольчик? Но нужно нажимать, а его не ставить.